наш чумыш разлился, вышел с берегов. Это очень опасно. Людей подтапливать начинают потихоньку. Уровень воды в реке Чумыш приближается к критической отметке. Вода прибывает стремительно. Плюс 6 сантиметров за час, сообщают местные жители. Глава Тальменского района Игорь Щербаков в своем телеграм-канале призвал жителей зоны подтопления готовиться к эвакуации. В Тальменку экстренно выехали спасатели. Оперативная группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова выдвигается в район Тальменки для предотвращения возможных последствий паводка. На реке Чумыш специалисты сегодня подрывали лед, чтобы разрушить образовавшийся ледяной затор. А вот в Павловске уровень воды в реке Космола стабильно падает. Подтопленных жилых домов нет. Пожарно-спасательные подразделения сработали быстро и эффективно. Отсыпали дамбу на низменном участке и организовали постепенный сброс воды. Строительство укрепления дамбы завершили. Усложнилась паводковая обстановка в Барнаульском пригороде. В результате подмыва грунта во Власихе частично повредился участок грунтовой дороги перед мостовой переправой. В социальных сетях местные жители сообщают, что путь отрезан как для пешеходов, так и для автомобилей к остановке общественного транспорта, аптекам и магазинам. Жители вынуждены идти по альтернативной дороге. А между тем в Волчихинском, Михайловском, Хабарском районах продолжается борьба со стихией и ее последствиями. Сотрудники Роспотребнадзора в зонах подтопления оценивают микробиологические показатели питьевой воды. Отобрано 217 проб питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. Из них 13 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 8 проб – по мутности. Управлением выданы предписания эксплуатирующим организациям о проведении дополнительной дезинфекции. Осуществляется контроль за их исполнением. На сегодняшний день в регионе подтоплено больше 100 жилых домов и почти 300 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. Количество подтопленных зон снижается, но ситуация по паводку в крае все еще напряженная. Валентина Аскерова, «День с толком».